Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Сегодня в магазине мой коллега пускает шутки неуместные. Давай до дома провожу или пошли со мной в кафе. Он уже молодой. Что делать в такой ситуации? Мне 23. Ну, наверное, вы хотели написать, что он уже не молодой. Я так думаю, что вы это хотели написать. Вот. Собственно, давайте сначала определимся с целью. Да? То есть, что делать, чтобы что? Что мы хотим делать вообще? Вот. Это первое. Если вы хотите, чтобы мужчина от вас отстал, это одно. Если вы хотите с ним сблизиться, это другое. Если вы хотите выстроить с ним отношения более-менее адекватные, это третье, вот, и так далее. То есть тут вот есть свои нюансы определенные. Дальше. Скажите, пожалуйста, задевает ли вас как-то то, что он вот так себя ведет, да? То есть вот задевает ли вас это? Если да, то как? То есть каким образом вас это напрягает, каким образом вам это мешает, вот, и так далее. То есть это очень, очень важно, это поисследовать, потому что если вас это задевает, например, то есть вызывает у вас какие-то, там, допустим, неприятные, да, переживания, то, соответственно, вы не можете корректно реагировать, по сути, на то, что вот происходит. Я имею в виду вашей семье, да? Ой, вашем контакте с человеком. Вы не можете как-то вот увидеть вот это, да? Получается. И, соответственно, вам тяжело, вот. Вам болезненно, вам неприятно, вот. Это нормально, это естественно, вот. Понимаете, да? Поэтому вот, такая история. Вот. Конечно, всегда неприятно, когда проявляют такое вот непрошенное внимание немножечко. Вот. Да, всегда неприятно, но нужно в первую очередь не воспринимать это на свой счет, вот, и соблюдать вот, личные границы, да, вот. Тогда я думаю, что все будет в порядке, то есть вы не будете на этом так реагировать болезненно, как вот
сейчас. Вот. Есть, конечно, еще разные нюансы, вот, например, то, что у вас эта ситуация вызывает вот определенные ассоциации, да, из прошлого, то есть, ну, вот, какие-то прошлые вещи будет у вас. Вот если так, то вот, тоже момент такой, который нужно исследовать, да, потому что тут уже дело, ну, не столько в, собственно, вот, в самом мужчине, да, вот, сколько именно вот дело вас, да, то, что вы, ну, так реагируете. И сразу скажу, да, что вы не виноваты ни в чем. Вот. То есть, ну, вас никто не винит ни в коем случае. Но, вот, но просто вот, нужно этому уделить внимание. Да? Как минимум. Постараться, как минимум, уделить этому внимание. Вот. Столько, сколько, ну, вам, сколько вам комфортно, скажем так. Вот. На этом все. Я думаю, что на вскидку можно предположить, что вы не очень уверены в себе. Ну вот. Ибо, ну, на мой взгляд, да, если бы вы были в себе уверены, то никаких проблем бы с тем, чтобы ну, отвергнуть, условно говоря, человека, который вам неприятен, да, не было бы. То есть, ну, не нравится человек. Ну, просто вот даете ему понять, что он вам не по душе, да, что не хотите с ним контакта, вот, и все. Вот. Если вы не можете этого сделать, вот, если есть, ну, условно говоря, если есть какое-то препятствие на пути к этому у вас, вот, то вот с этим препятствием, да, и нужно работать, вот, в первую очередь, потому что это препятствие, оно вам, вот, как раз таки не даст нормально жить, и вы будете опасаться людей. При том, что, ну, сам мужчина, да, он еще не факт, что, ну, действительно, вот, чего-то плохого хочет, да, то есть, ну, вот, может быть, он там, как говорится, вот, от чистого сердца, да, там, вот, хотел что-то вам предложить. Вот. Еще вот хотелось бы уточнить тоже вот такой момент, а, вот вы как-то не чувствовали ли вы злости, не было ли у вас раздражения в, ну, в этот день, да, да, вот, так далее. Вот, как-то так.
На этом все. Я желаю вам удачи. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам помог, так скажем, мой ответ. Вот. И надеюсь, что вы для себя, да, сделаете какие-то выводы примите вот, какие-то решения, да, которые помогут вам максимально комфортно организовать контакт с людьми, условно говоря, окружающими вас. Обращайтесь, не дотягивайте. Не дотягивайте за обращением. Проблема решается. Всего доброго.